Доброе утро всем. У меня яблоки портятся, Антоновка. Я уже два пакета сунула в морозилку. Вот еще пакет. Сейчас еще вот эти вот переработаю. Вот я их обрезаю, режу, что на шарлотку оставлю. И что? Так, сюда огрызки. И что? Еще в пакет положу. Вот я их так чистенько все обрезаю. Щедро выбрасываю. А куда их? Некуда девать. Режу. Когда делать нечего, быстро все. Я сегодня наклонила еще розы кое-какие, прижала их деревяшками какие, железками на зиму уже. Выдернула стебли у лилии, которые уже отмерли. Какие я обломала. Уже не буду подходить к ним. Вот так вот. Захочется шарлотки зимой. Есть Антоновка. Почищаю пятнышки. Так, теперь обрезаю. И выбрасываю. Так. А это на борщ. Варю с целым петухом. А это курам. Очистки. Листья свеклы, черешки. От яиц, от сырых провариваем обязательно. Шкурки, морковка, капуста. И шарлотка там, часть без яблок, часть с яблоками. Муж яблоки не может есть, поэтому ему коржик будет, вырежу. Мелкая картошка тоже курам. И еще одну тыкву зарезала. О, как присосалась крышка. Без ножа не отколупнешь. Вот эти тыквы, они не очень... Не оранжевые, они пойдут курам. Вот такие, например. А вот это оранжевые. И вон те длинные, как кабачки, они тоже оранжевые. Сегодня опустили в подпол два ящика зимних яблок. Я их перебрала. Два ящика по три ведра 10-литровых. И с террасы пришлось туда еще опустить под пол моченые яблоки, два ведра. Вот я два вытащила на пробу. Они у нас очень крупные. Даже не знаю, с чем сравнить. Ну вот тут витамин С у нас лежит. Вот. И вот такое яблоко. И... Разрезали одно яблоко. Бесподобного вкуса получилось. Бесподобного. А это еще крупнее яблоко. Такая у нас Антоновка в этом году. Вчера вечером
взялась пироги печь. Вот это вот с сыром. А эти, ну, мы уже, конечно, съели тарелку. А эти малина, яблоко, груша. Добавила немножко крахмала, перемешала. У меня еще осталась начинка. Тесто купленное, слоеное дрожжевое. Надо будет еще достать листик. Я прямо отделяю листик. Немного испеку и хватит. Лучше свежие поесть. Перебирала яблоки, вот, которые пожелтей, порезала дольками пожевать. Еще вот уелся, несколько штук осталось. Тоже надо будет. А это вот зимние, они вот немножко уже это лежат, они и не портятся из-за этих самых укусов. Так что обрезаю. Где в пирог, где так пожевать. А курам картошка, свекла, тыква, дайкона немножко все поварила, перемяла. Но пока не буду давать, пока еще у них там есть. А у нас редиска вот никак не естся. Тоже что курам поварить. Это дайконина белая здесь. Вон сколько его. Редиса этого. Скоро холода придут. И надо будет все куда-то девать. Из окошка показываю. Розу плетистую положила. Прищемила ей концы. Ветер был, не разметала нормально. Это вот не то, что коротенькая, вот она стоит, это коротенькая. Это другой сорт. А вот что наклонилось. Что наклонило. Вот точно как вот это тоже. И так она пойдет в зиму. Вот. А в парнике зеленеет капуста еще. И гортензии еще цветут. Им там хорошо, не холодно. Надо потом будет, будут, если заморозки, закрывать дверь и форточку. А придут большие морозы, тогда уже будем где-то что-то в подпол, где-то что-то в холодильник. Ну, капуста, конечно, будет лежать до морозов. А сейчас я хочу сделать майонез. Разбила 2 яйца, добавила соли. Сейчас буду крутить, мотать. Фу. 2 яйца, соль, горчица. Пришлось добавить вот эту немножко, почти пустая. Так, 2 яйца я туда разбиваю, соль. Потом побью немножко яйца. Масло добавляю. Добавляю до полной. Не знаю сколько, но до полной добавляю. И потом, когда уже загустится масса, добавляю примерно ложечку чайную. Немножко осталось лимона. Чистого лимона. Сока лимонного. Еще бью и уже ее... Никак не вытащу. Сейчас буду ее обчищать.